привет, Дед Мороз. Дайте нам машину в подарок на Новый год. Ой, обнимается, можно подумать, как будто мы это год не виделись, да. Ну что, полетели? Всем привет! Привет! Ребята, что за чемоданы? Что за вещи? Рассказывайте, куда вы собираетесь? Ну, мы уезжаем, но не скажем, куда. А давайте сделаем рубрику. Ребята, угадайте, куда мы летим. Вы, наверное, думаете, что мы летим опять в Дубай или в Турцию? Но нет, это другая страна. Ребята, напишите в комментариях, куда мы летим. И тот человек, который угадает, получит лайкусик под комментарием. Да? Да, обязательно. Ладно, давайте мы вам еще сделаем подсказочку. Там тепло достаточно. Там очень классно. Там солнце, море, море и песок. Давайте расскажем, какой у нас будет отель. Нет, мы не расскажем, мы вам, скорее всего, покажем. Все, ребята, мы, как всегда, опаздываем на самолет, берем наши вещи и улетаем. Да. Встретимся в аэропорту. Ребят, прошли регистрацию, теперь идем на посадку. Сейчас встретимся с Family Box, но их сначала надо найти. Знаете, кто сзади вас? Не туда смотрите, не туда, туда. Вон, смотрите, подарки раздает. Санта или Дед Мороз? А, это Дед Мороз, да. Он раздает автомобили, походу. О, привет, Дед Мороз. Дайте нам машину в подарок на Новый год. Я загадывал, я писал письмо. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень-очень. А елку наряжали? Наряжал. А стишки учили? Да. Да? Вы тоже учили, ребята? Здравствуй, Дедушка Мороз. Да. Расскажите мне какой-нибудь стишок или песенку. Давай. Здравствуй, Дедушка Мороз, у тебя большой красный нос. Так, молодец. 5 за импровизацию. Так, Алинка, ты стишок. А ты, Алинка? Давай. А загадочку отгадаешь мою? Да. Рыжая хитрая сестрица, а зовут ее? Лисица, лисица. Молодец. Ну давай все, еще. Все, садитесь в машину. Все, машина ваша. Да. Каждому будет по машине. О-о-о. По персональной. Держите, ребята. С Новым годом. Спасибо, Дедушка Мороз. На здоровье. Счастливых праздников. Спасибо, взаимно. И вам всего хорошего. Ну что, ребята, купили мы подушки. Каждому по подушечке. Все-таки Аминка уболтала нас на эту собачку, и мы купили ей. У меня, смотрите, какая модная шляпка. Аминка, только давай договоримся, что она не будет у тебя часто петь. Сейчас она попьет. Что-то мы никак не дойдем до Family Box. Ну что, ребят, мы встретили этих бандитов. Чувак, я тебя знаю. Ты, кажется, с какого-то канала. Новая камера. Сэр, дайте 5. Давайте. Давайте сюда обнимемся. Ой, обнимается, можно подумать, как будто мы это год не виделись, да. Что делает самый прожорливый человек в мире? Я, наверное, посмотрю, да? Снимаешь? Да, я снимаю. Ваня, как ты думаешь? Я ем салат. Да, салат, ребята. Вот такой вот салат, смотрите. И ничего не поделаешь. Вы любите, кстати, такую еду? Любите такую еду? Дошираки, там, роллтоны и прочее-прочее. Напишем в комментариях и посмотрим, сколько у нас этих доширакоедов. Колу пьете? Вот и колу тоже пьете. Кто пьет колу и кушает дошираки? Напишите в комментариях. А кто не умеет, стесняйтесь, кто не бойтесь. Умеет, канал откройте мне свою научит. Душу. Друзья, перемещаемся. Камильчик с Аминкой на чемоданах, а папа их тащит. Ну как вам едется, хорошо? Да, я уже засыпаю. Даже засыпаешь, укачивает тебя. Вот наше такси, на котором мы поедем. Большая машина. Большая машина. Да. В общем, целая эта машина принадлежит нам и только нам. Что, друзья, мы сели в автобус, микроавтобус. В общем, едем сейчас до нашего домика, где мы будем жить. Ну что, друзья, у нас очередная непонятная история. В общем, то, что мы сейчас вот видим, это все в ужасном состоянии. Кондиционер у нас не работает. Уже мы ждем,
Больше полтора часа нам сказали, что здесь заработает и все будет хорошо. Отвратительный запах сыростью, бактериями какими-то пахнет, грибком. Здесь то же самое в спальне, горячий воздух. Это еще учитывая то, что сейчас вечер, еще нет солнца. Ванная в ужасном состоянии, смотрите. Вот, вот такая вот крутая вилла. Причем вилла не дешевая. Вилла вообще не дешевая. Мы когда бронировали, на сайте сказали, что все хорошо, хозяин. Вилла в очень хорошем состоянии, все работает, все прекрасно, смотрите. О, что это? Что это такое? Что это? Вот это что такое? Это просто ужас. Я не знаю, видно или нет. Вот это вот особенно интересно. И здесь должна была быть лампочка. А что и там? Там торчит провод, который ведет вот к этому бильярдному столу. А еще вот это покажи. Еще вот это то, вот интересно. То, что можно было свалиться нам. Да. Просто в один прекрасный момент. Да. Тут знаешь это, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег, карниз башка попадет, совсем мертвый будет. Единственное, что в этом месте это прекрасно, это вот, вот это вот. Это бассейн. Мы тут уже купались. Терраса и бассейн, все. Если только жить здесь. Мы вообще ничего не ели, поэтому давайте пойдемте найдем что-нибудь покушать где-нибудь. Найдем покушать, а потом решим вопрос с жильем. Да. Камиль уже мечтает, идет. Так, что ты первым будешь есть? Сначала я поем нормально, еду, потом я мороженое, ну, и потом напоследок краба, омара, и потом еще... Акулу и крокодила ты забыл еще. Привет! Привет! Ну-ка, давай, Винка, плюхайся! Давай, Камильчик, как водичка? Ребята, всем привет! Второй день наш нахождения... Таиланде. Что мы сегодня будем делать? Пойдем завтракать. Привет. Привет. Привет, кстати. Сейчас мы пойдем завтракать. Смотрите, что мы взяли. Смотрите, взяли вот такую штуку. Мама очень сильно переживала. Она меня так сильно цепилась, когда мы ехали. Мне не нравится на самом деле эта штука. А мне очень нравится байк, потому что здесь это транспорт number one. Здесь очень легко на нем передвигаться, очень быстро. Не надо стоять в пробках. Мы взяли себе еще вот такие шлема. Вот такие, да. Два одинаковых. Сейчас мы поедем смотреть еще одни апартаменты. Да. Вот. И что дальше? И потом переселяемся, идем на море. Мне здесь нравится, но единственное, как мы говорили, вентилятор. Да. Ну что, ребята, всем привет еще раз. Какой раз за сегодняшний день? Я не знаю, за этот выпуск, я не знаю, я не считал. У нас суета. Да. Хочу показать. Карзабич. Что это такое? Что это такое? Этот отель намного меньше. Мы сюда переехали всего на 4 дня. Потом мы переедем в другой отель. Да, почему на 4? Потому что это не то, что мы искали. Поэтому пока что до того отеля, который более-менее нормальный. Это... Первая детская спальня. Вот там вот бассейн, смотрите, вот еще бассейн. Ребята, мы пришли на рынок, и Аминка себе хочет купить шляпку. Можно и Камилю? Хочешь, Камиль, тоже такую шляпку? Бонжур. Бонжур. Ой, Аминке классно. Камиль, кого нашел? Крабик, но он уже мертвый. Да? Да. О, смотрите, осьминог. Это кальмар. Огромный осьминог. Ты же не трогай, его же люди едят, ты пальцем трогаешь. О, смотрите. Смотрите, ребята, мы пришли на пляж. А здесь вот такие качели. Вау, Камиль нашел как... Какой ананас? А, реально ананас, ребят, смотрите, да. О, а, во. О, смотрите, ребят, ананас. Ну что, ребят, жарко? Да. Очень-очень? Ну не очень-очень. Надо будет нам зонтик купить. Смотри, хрустит песок под ногами. Видишь, когда ходишь, как снег, хрустит. Эх, Москва, Москва. Снимай, снимай тапки, ты чего? Я все снимаю. Снимай, ой, снимай. Пойдем посмотрим. Так, смотрите, здесь плавать нельзя. Потому что здесь есть течение, наверное, подводное. Вот написано. Здесь плавать запрещено. Ну, как море, как водичка, давай посмотрим. Прохладненько. Вау, какие волны! Вау! Ну что, ребята, что у вас? Дом построили? Папа, дай... Смотрите, это на нашем скале.
Это магазин под названием «Колено», а это гигантская стопа. Камиль притащил свой с собой кокос, из которого он пил сок, и сделал из него лейку. Ну что, друзья, на этом сегодняшний влог наш заканчивается. Мы всем говорим вам пока-пока. Пока-пока. Ставьте лайки обязательно и подписывайтесь на наш канал. Дальше будет интереснее. Да. Всем пока. Пока.